Привет, друзья! У нас сегодня с вами не обзор, а распаковка на фоне музыки волн и музыки ветра уже знакомых, но немного видоизменившихся наушников. Зачем распаковывать что-то в студийных или душных домашних условиях, когда прекрасная погода прям так и шепчет? Распакуй, сними это на свежем морском воздухе и передай своим подписчикам красоту природы, красоту наушников и свое хорошее настроение. Ну а распаковывать мы сегодня с вами будем Monroe Paria SE, они же Ilvin Maiden и они же Hatsune Miku. Во как. Ну а кто, как и я, к своему стыду, в свои 50 с лишним лет не знает, что такое или кто такая эта Hatsune Miku, рассказываю. Это очень популярная в Японии виртуальная синеволосая певичка, от которой там прям вот все поголовно выпадают в осадок и погружаются в вечный экстаз. Я, естественно, ребята, тоже на это посмотрел и послушал, как она поет, и скажу, что после этого, в отличие от японцев, осадок ожидаемо не выпал, что в очередной раз доказало мне то, что я все-таки не настоящий японец. Но вернемся к нашим наушникам, которые стоят так же, как и оригинальная Ария, $80, а продаются в магазинах на AliExpress. И, в общем, друзья, скажу, что хоть там Monroe повещали что-то насчет специальной настройки для этой ограниченной версии по звуку, мы имеем абсолютно ту же старую, ту же добрую и популярную Арию, о чем, собственно, уверенно говорит как мой слух, так и снятый мною график. Никаких отличий между ними, поверьте мне на слово, по звуку, увы, нет вообще. Так что покупать их владельцам старых Арий, конечно, смысла никакого нет, друзья. И делать этого не стоит. А вот если у вас не было старой Арии, или вы яростный поклонник этой Hatsune Miku, или вы коллекционер такого вот всего необычного, то тогда, конечно, стоит. Характеристики и конфигурация здесь тоже прежние. Это отвечающий за звук 10-миллиметровый динамический драйвер с LCP-диафрагмой. Это та же чувствительность 122 дБ. Это тоже сопротивление 32 Ом. Так что видимые и более заметные изменения произошли здесь ожидаемо только с внешним видом самих наушников и их упаковки, которые, естественно, оформлены в стиле и цвете этой самой синеволосой виртуальной певички. Собственно, ее играющую на арфе мы можем лицезреть с вами на фронтальной поверхности крупной коробки. А на обратной ее стороне можем видеть заводской график и характеристики, о которых я вам уже рассказал. Комплект модели, естественно, тоже знаком нам по оригинальной версии, поэтому включает в себя сами наушники, кабель, разукрашенный теперь уже по-новому круглый чехол на замке, набор из простеньких силиконовых амбушюр, несколько запасных фильтров для звуководов и пинцет, пластиковый пинцет для их монтажа. Корпуса наушников теперь окрашены преимущественно в лазурный или голубой цвет, а их форма также осталась прежней. Для кого-то она удобна и практично для таких, как я, например, а для кого-то еще по первой модели была не очень удобной. Жалоб на их посадку в ушах, помню, в сети было немало. И, скорее всего, из-за достаточно толстых и длинных звуководов без бортиков. Фейсплейты получили орнамент, который напоминает эльфийские крылья. Собственно, такие же крылья есть у персонажа, в честь которого эти наушники и названы. И на правом наушнике видим номер 01, а на левом изображение. Ну а кабель, как можете видеть, как был облачен в черную тканевую оплетку, так таким же и остался. Ну и все, собственно, вот и вся распаковка, друзья. А в конце, на всякий случай, тем людям, которые не слышали ни одну версию этих наушников, напомню, что из-за своеобразного, теплого, натурального и гладкого звучания они требуют достаточно хорошего усиления и лучше всего, как мне кажется, раскрываются с техничными и аналитичными источниками, которые, естественно, умеют хорошо контролировать крайние диапазоны. Брать их темным, мутным или вялым плеером, поверьте мне, точно не стоит, иначе, как и те, кто этим советом не внял, будете тоже жаловаться на нехватку разрешения и мутный бас. Что касается меня, то, как вы, наверное, знаете, друзья, я вот такую хармоновскую и комфортную настройку очень люблю и уважаю, поэтому всегда оцениваю подобные наушники достаточно высоко. Если же хотите более подробно узнать об их звучании, то рекомендую посмотреть прошлогодний обзор оригинальной Арии 2021. Ну и на этом все, друзья. Не смею вас больше задерживать и сам не собираюсь, потому что меня уже заждался мангал со свежим и ароматным шашлычком. Вам желаю теплой калининградской погоды и отличного настроения на каждый день. Всем пока!